Встраиваемый цифровой вольтметр SWH301UY100 подойдет для применения во многих областях. Для разработчиков, инженеров, для автомобилистов и на производстве. Он идеален для использования в различных регулируемых источниках питания и устройствах контроля. Также данный модуль может использоваться совместно с модулем регулируемого стабилизатора напряжения ЕК-2596, что позволяет даже новичку собрать регулируемый источник питания буквально за 10 минут. Технические характеристики модуля. Напряжение питания от 6 до 20 вольт. Диапазон измеряемых напряжений от 0 до 99 вольт. Дискретность измерений 0,1 вольта. Погрешность 2%. Потребляемый ток 50 мА. Входное сопротивление более 500 кОм. Однако его основной отличительной особенностью является желтый цвет индикатора, что позволяет использовать в целях стилизации, например, для установки на приборной панели автомобиля, приборы которого имеют желтую подсветку. Еще одной немаловажной особенностью является возможность питать модуль от измеряемого напряжения, что является крайне удобным для использования в разнообразных источниках бесперебойного питания и автомобилей для контроля заряда батареи.